Ну, как говорится, и снова здрасте. Очень давно когда-то здесь был пожар. Старые полы обгоревшие, как хорошо видно, я подымать не стал, убирать. Из хлама где-то 25-я доска, где-то 40-я, где-то брус. Я сделал так называемые, так скажем, выравнивающие лаги. И теперь вот, используя низкосортную заборную доску, старые какие-то тоже доски бушные. Самое главное, не забыть с них гвозди повыковыривать, иначе сам прилипнешь. Буду делать черновые полы. Ну, дальше потом будем смотреть. Продолжаем разговор. Вот что у нас получается из хлама. ЛДСП использовали в качестве чистовых полов. Такой вот у нас получился мозаика-ламинат. Ну, это только начало. Дальше мы будем продолжать разгребать, строить. Здесь где-то у нас вот в этом районе между лестницей и автоматом будет дверь в гараж. Лестница будет убираться, это все убираться. Вон та стена дырявая полностью будет переделываться. Там будет находиться вход на второй этаж, лестница будет другая. Ну, хлам, вот тут примерно видно, такая маленькая часть хлама, было еще хуже. Вот, как-то так. Закончим словами тоже детского журнала из прошлого. Было бы желание, правда там пелось про знания, ну, в данном случае у нас про умение. Инструмент, который используется, тут видно, шуруповерт, ножовка такая, ножовка такая, ну и станок там вот за окном.